Приют для русскоязычных бездомных открыт в Бруклине. Дом трудолюбия во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского создали члены благотворительного фонда «St. John Give Hope», что переводится как «дающий надежду святой Иоанн». Фонд работает с патриаршими приходами Русской православной церкви в США и с Американской православной церковью. Когда мы создавали наш фонд в 2015 году, мы хотели, чтобы всегда было напоминание о Спасителе Иисусе Христе и Его церкви, в которой много дивных святых. И о том, что даже из невероятного падения можно прийти к Богу и получить от Него прощение и настоящую вечную радость, отмечают организаторы фонда. Приоритет работы центра – именно русскоязычные бездомные, так как представители других общин уже предоставляют аналогичную помощь. В планах организаторов приюта – помогать финансово и юридически тем бездомным, которые хотели бы вернуться в Россию. В центре также будет работать дневной и ночной психологи, под контролем которых бездомный сможет провести ночь и получить необходимую консультацию, моральную и духовную поддержку. Сам фонд St. John Give Hope был создан в США в 2015 году. Его волонтеры кормят бездомных в районе Брайтон-Бич каждый вторник, пятницу и воскресенье. Помимо этого, в кормлении бездомных там принимают участие священники и волонтеры из Грузинской православной церкви.